Здравствуйте, друзья! Мы находимся в Пафосе, на одном из потрясающих участков, который я хочу вам предложить. Смотрите, почему я люблю это место, почему я люблю этот участок. Вот скоро, как вы знаете, наверное, все участки закончатся уже в прибрежной зоне острова. Ну и, по крайней мере, Кипра вот с этой частью, с греческой частью, которую мы привыкли его рассматривать. Получается, что люди будут перемещаться сюда, немножко повыше. Так вот, повыше, вот это одно из самых классных, просто люксовых мест, которые могут быть. Пока что еще не проданных, не занятых. Мало того, этот участок 2,5 гектара площадью, имеет все разрешения на строительство и имеет проект. Что такое проект? Проект включает в себя 12 роскошных вилл, просто роскошных вилл, притом они в два яруса расположены, будут между ними вот так вот дорога. Здесь будет, вот там, где наша машина стоит, там будет клабхаус, соответственно, зона security. И здесь будут располагаться вот эти дома. Они не будут перекрывать друг другу вид, потрясающий вид на море. Дальше, что мы видим на море? Вот этот мы видим остров, где до сих пор еще находят артефакты Афродиты. Здесь мы видим затонутое судно. Здесь вот туда и дальше посмотреть. Там будет аэропорт Пафоса. Если мы посмотрим в ту сторону, там мы увидим Лачи. Вот эта зона. Посмотрите, пожалуйста, вот эта зона. Зеленая зона. Здесь вырубке ничего не подлежит. Ни одно дерево. Здесь наоборот, все это охраняется ЮНЕСКО, все это охраняется государством. Это заповедная зона. Все остальное подлежит застройке именно этого проекта, который называется «Зенит». Я готова его вам предложить. Я влюблена в этот проект. Любое содействие, любое согласование, любой вопрос собственник готов вам оказать по согласованию вот этого проекта. Поэтому обращайтесь и не упускайте такую шикарную возможность. Кстати сказать, вот туда посмотрите, вот там участок на самом верху, там купил бывший мэр Пафоса, а это тоже немаловажно. Еще хочу дополнить, что смотрите, участок достаточно ровный, он плоский, не нужно будет тут большие работы проводить по уравниванию вот этих земель. Тут и так все достаточно ровно и плоско. И так предполагается два яруса. Первый ярус, потом дорога, разделяющая 6 домов, и еще следующие 6 домов, которые будут немножко на возвышенности. Хочется сделать такое сравнение. Все же из вас видели фильм «Парк юрского периода». Не напоминает ли случайно вам вот этот ландшафт, вот это место, именно то место, где бегали динозавры и всякие ихтиандры? Вот мне кажется, очень даже здесь все бы это вписывалось. Но, к сожалению, динозавров здесь нет, потому что, к счастью, бывают иногда маленькие хамелеончики, которые на ваших глазах меняют цвет. И, конечно же, очень много ящериц. И не более того, ничего более страшного здесь нет, даже змей. А вот теперь самое главное, стоимость этого участка, повторяю, площадью 2,5 гектара составляет 3,5 миллиона евро. Обращайтесь.